Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили и очередной мукбанг. Сегодня достаточно пасмурная погода, поэтому картинка тоже получается не очень яркая, хотя можно поставить ring light, но я боюсь, что будет еще хуже, поэтому ничего, пусть будет сегодня такая картинка. Что у нас на сегодня? У нас роллы из лаваша, однажды они были на моем канале, мне они очень нравятся, честно, не знаю как кому, я просто в восторге. Кому интересен рецепт, то обязательно пишите в комментариях. Может быть, я наконец-то соберусь силами и сниму очередное видео на iCook. Здесь красная рыбка, здесь у нас нори, просто вместо риса лаваш. И мне даже так больше нравится. Вот. Сверху здесь обычный сыр, аккуратненько мама разрезала, я все разложила, но резать уже стала мама. Здесь обязательно нужен хороший нож. Клубничка у нас в холодильнике была и корень программы, так скажем, голень индюка. Или, да, если я не ошибаюсь. И давайте приступим. Хочу начать с роллов. Сегодня, кстати, 1 апреля. И я, если честно, хотела над вами немножко подшутить. Сделать название видео «Я ухожу с Ютуба», потому что 1 апреля день шуток и все дела. Но потом я раскинула мозгами и подумала, это, наверное, будет звучать как хайп со стороны. Людям может показаться, что я просто хотела набрать много просмотров на видео, и поэтому решила так хайпануть, так скажем. Поэтому я передумала. Не хочу, чтобы вы так думали про меня. Но было бы интересно почитать комментарии от людей, которые думают, что я решила уйти с YouTube. Никуда уходить я не собираюсь. Мне все нравится. Красную рыбку мы купили, это форель, и сами засолили, получилось тоже очень вкусно. В общем, ни над кем в этом году я решила не шутить, а даже когда я пытаюсь над кем-то пошутить, почему-то сразу люди понимают, то ли я играть не умею, актриса из меня абсолютно никакая. Я пыталась один раз разыграть свою подругу, но она тоже мне не поверила. Я как-то палюсь, мне кажется, сразу. А в этом году вообще никого разыгрывать не стала. Я помню, когда я училась где-то в 3-м классе или во 2-м. Ну, совсем мелкая была, младшая школа. И, в общем, я иду такая в школу и встречаю свою классную руководительницу. И так как мы жили с ней рядом, всю дорогу от дома до школы мы как бы шли вместе. Не всегда, просто в этот раз чисто случайно так получилось. И она мне такая: со следующего года, говорит, нашу школу закрывают. Я не помню точно, что она там говорила. В общем, говорит, говорит, говорит всю дорогу. А я не понимаю, что за фигню она несет. То есть я хоть мелкая была, я прям отчетливо помню этот момент в жизни. Я, естественно, поверила,
Я просто не знала про то, что есть 1 апреля, что это день шуток и так далее. Не то, чтобы она меня разыграла, я просто всю дорогу слушала и думала, что она несет просто. Что с ней? Я думала, может, перепила или что произошло. Ну, как бы не совсем понятно было, что она несет. И потом в конце она мне такая, с 1 апреля я пошутила. Я такая, в смысле, что 1 апреля? И вот тогда я впервые узнала, что это день шуток. Я считаю, что шутки должны быть безобидные. Это у меня у подруги парень. Он ей позвонил и сказал, ты знаешь, я встретил другую девушку, я влюбился в нее, поэтому я несколько дней был холоден с тобой. Я не знал, как тебе сказать. В общем, ты мне не нужна. До свидания. А потом перезванивает и говорит, знаешь, я пошутил с 1 апреля. Не знаю, мне кажется, шутки должны быть какие-то безобидные. Да как-то слишком жестко было. Сейчас резко у меня появилась идея позвонить брату и сказать, я попала в аварию. Я врезалась в Бентли. Что делать? Может, реально? Я даже знаю, что скажет мой брат. Он скажет, не переживай, я сейчас приеду. Но самое главное, у тебя есть страховка, так что чинить нам с тобой Бентли не придется. Хотя не знаю, может, у него начнется паника. Ты что? Уже потихоньку клубника везде появляется. Напишите, кстати, в комментариях, вы за вот эти вот шутки или нет. Я лично, когда меня подкалывают или надо мной прикалываются, потом в конце говорят, я пошутил, мне лично это портит настроение. То есть меня это не веселит. Может, людей, которые меня разыгрывают, им весело, но мне абсолютно не весело. То же самое пранки. Если вы заметили, то я удалила с канала все пранки. Хотя было жалко, потому что на них там по 700, по 800 тысяч просмотров. Я просто переросла, наверное, это все. Когда я пересматриваю эти видео, в принципе, они неплохие получились пранки. Особенно пранк с татуировкой. Но когда я их смотрю, эти видео, мне немножко как будто стыдно. Вот я не знаю, ничего не могу с собой поделать, поэтому я где-то полгода назад все эти пранки скрыла. Также я скрыла свои первые видео, вот эти бьюти-видео, с которых я начинала свой канал. Я же мечтала стать бьюти-блогером, нифига не получилось. Вот говорят, люди не меняются. Не согласна. Мне иногда, когда грустно, у меня плохое настроение, я смотрю свои старые видео, я смотрю, как я рассуждала, как я выглядела, о чем я говорила. А сейчас, не то, что я сейчас стала такой умной, просто с возрастом ты меняешься, но порой ты это не замечаешь, потому что тебе не с чем сравнить. А в случае блогера, блогер видит себя со стороны несколько лет назад и понимает,
как сильно он поменялся. Обычный человек в жизни, он даже не замечает и даже не помнит, о чем он рассуждал, например, 2 года назад. Раньше, мне кажется, я была более откровенна со своей аудиторией, то есть рассказывала более личные какие-то моменты. Сейчас я как-то стараюсь этого не делать. Но несмотря на это, в последнее время у меня как-то резко выросли просмотры. Возможно, я меньше начала снимать, поэтому просмотров стало больше. Я просто считаю, что аудитория вместе со мной тоже растет, она тоже меняется. И я считаю немного неправильным, когда, например, блогер растет, вместе с ним растет его аудитория, он продолжает дальше снимать для детей, как бы. Как это делает, например, Катя Адушкина. Ничего против нее не имею, но немножко я не понимаю этого. Уже какие-то челленджи, пранки. Мне становится как-то неинтересно. Однажды была ситуация. Я была на дне рождения, и включили мой пранк. И мне так стыдно было его смотреть, честно. Я такая начала, типа, выключите это. Реально мне было стыдно. За контент, который я сама сняла, сама выложила, мне было стыдно. Потом я пришла домой, все скрыла. Вообще какие-то люди в нашей жизни, они, например, были у нас какой-то период в жизни, а потом их не стало. Но отпечаток от их слов, он остается надолго. И какие-то слова заседают у вас в голове, и у вас появляются какие-то комплексы, возможно, в какой-то степени уверенность. Поэтому как-то так и живем. Очень вкусно было. Давайте попробуем разрезать. Не режется. Соевый соус пока не разлили, убираем в сторонку. Так, все очень сочно выглядит. В наш раб макаю. Недавно я видела блогера, парень. Он взял, короче, все свои старые видео скрыл. А на этих видео
не знаю, там 500 000, 1 000 000 просмотров. И кто просто немножко не в курсе этой всей блогерской темы, то есть мы как бы со своих старых видео тоже зарабатываем, потому что они тоже крутятся. И получается, чем больше у тебя видео, тем больше ты зарабатываешь. И тем, что ты удаляешь свои видео, ты просто делаешь хуже себе. То есть у тебя доход падает. Я была, если честно, удивлена, что он взял и удалил, короче, все свои видео. И начал снимать новые. Может, 2 года я подумала бы, блин, как он мог это сделать. Я бы его, честно, не поняла. Но сейчас я, с одной стороны, его понимаю. Честно, вот эта ножка мне не понравилась. Не то, что я наелась, просто невкусно как-то получилось. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Пишите обязательно в комментариях ваши истории, как вас разыгрывали, жестко или не очень. Всех люблю.